По традиции Первомай в Рязани начинается на площади Победы. На Первомайском проспекте выстраивается праздничная колонна для шествия в сторону улицы Соборной. А здесь, возле муниципального культурного центра, проходит митинг профсоюзов, на котором говорят о задачах социально-экономического развития Рязанского региона. Сегодня единой колонной мы пройдем по улицам нашего древнего и красивого города Рязани. В нашей колонне люди разных возрастов, люди разных профессий. Но всех нас объединяет одно. Мы хотим видеть нашу страну сильной, независимой. Раньше люди выходили на праздничную демонстрацию с лозунгами. Вот сейчас интересно, какие лозунги у рязанцев, вот, например, у вас, с чем вы идете на 1 мая? Ну, во-первых, профсоюз – это рабочий, как говорится, коллектив, который будет всегда, как говорится, за справедливость. Май – мир, труд. Ну и коллектив у нас сплоченный, так что, я думаю, лозунги будут одни. Зарплату, ну и достойное жилье, и все, как говорится, благ. Сегодня здесь праздничная первомайская колония. Не только люди вот такого почетного, скажем, уважаемого возраста, те, кто знает, что такое советский Первомай, но и молодежь. Попробуем сейчас подойти к колонне. Это тоже профсоюзы, профсоюз работников радиоэлектронной промышленности. Интересно, с чем сегодня на Первомай выходит молодежь? Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Дмитрий. Дмитрий, вот с чем вышли сегодня на 1 мая и будете шествовать здесь по Первомайскому проспекту в праздничной колонии? Может быть, лозунги какие-то есть? Если нет, то настроение, состояние души сегодня настроение, у вас какое? Настроение хорошее. Вышел сегодня на улицу с улыбкой. Погода хорошая, правда. Прям весной пахнет. Вот такие тематические площадки «Мир, труд, май» на этом первомайском празднике работают впервые. Здесь сегодня дети будут петь песни о мире. Чуть дальше, по Первомайскому проспекту, площадка будет встречать колонну песнями о труде. И дальше, уже ближе к площади Ленина, о 1 мая. Колонну по традиции возглавляет, создавая праздничное настроение, с одной стороны, и некую торжественность момента, с другой – ансамбль барабанщиц Академии ФСИН России. Далее следует губернатор Николай Любимов, главный федеральный инспектор по Рязанской области, аппарат уполномоченного представителя президента России в ЦФО Сергей Яковлев, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов, председатель Рязанской городской думы Владислав Фролов. Михаил Иванович Тараскин в колонне Первомайская. Михаил Иванович, как настроение? Настроение отличное. Вы погода. Сколько лет ходите на демонстрацию уже? Столько, сколько не живут уже. Ну так, лет 30-40. Около 60 лет. Ничего себе, 60 лет. Михаил Иванович Тараскин, старейший работник профсоюза Рязанской области, уже участвует в праздничных демонстрациях. Михаил Иванович, все так устроено, что сегодня пляски, веселья будут на Соборной площади в Кремлевском парке, как только вот эта колонна через несколько минут туда придет. Одно другому не мешает. В праздничный день надо плясать везде. И на улице, и на площадях. С каким настроением сегодня вышли на демонстрацию? Вы за компанию сегодня здесь или как бы по велению души? По велению души. Ага. То же самое. Хорошее настроение. Отлично все. Праздничная колония. Воспитанники детской и юношеской спортивной школы «Вымпел». Лыжники. Наша спортивная надежда. Петр Владимирович Андрианов сегодня с нами. Здравствуйте, Петр Владимирович. Сегодня первые колонны идут лыжники спортивной школы «Вымпел» с Дюшор. Прекрасное настроение, весеннее настроение, мир, труд, май. Спорт у нас добьется хороших результатов. В Рязанской области проживает более 200 тысяч молодых людей. Более 170 тысяч человек.
человек являются учащимися и студентами. 2018 год объявлен годом добровольцев России. Молодежным волонтерским организациям ура! Рязанской молодежи первомайский привет! Ура! Великая Россия! Здоровая Россия! Рязанским медицинским работникам первомайское ура! Встречаем Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова. Тысячи иностранных студентов из 53 стран мира. Приветствуем один из крупнейших аграрных вузов страны. Площади представителей партии «Единая Россия». Мы, семья Залеткиных, вышли на первомайскую демонстрацию, как обычно, каждый год. Веселимся, радуемся и кричим «Ура!». Первомайский привет работникам водоканала. Первомайская праздничная демонстрация завершается здесь, на Соборной площади Рязани, где уже начала работать концертная площадка и выступают коллективы художественной самодеятельности. В качестве праздничного сюрприза рязанцев порадовал огромный торт, представлявший собой центр Рязани с домами, памятниками, улицами и площадями. И все это изготовлено из кондитерского крема. В праздничной первомайской демонстрации приняли участие более 20 тысяч рязанцев из 900 трудовых коллективов. Всех их объединяла радость, веселье и хорошее настроение. Вячеслав Астафьев, Дмитрий Соколов, РВТВ.